Тропический оазис на балконе вместо склада для банок и велосипедов, зеленый уголок вместо стоянки для машин. С 25 июля специальная комиссия конкурса «Цветы Сергиева Посада» начала выезжать к участникам конкурса, осматривать придомовые палисадники и живописные балконы, выращенные садоводами-любителями. В этом году на конкурс было подано 37 заявок от жителей и организаций со всего округа. Самая популярная номинация – «Лучший цветник-палисадник многоквартирного дома». В составе комиссии работают сотрудники администрации, организатора конкурса, депутаты, общественники, представители теруправлений. Сегодня мы отсматриваем две номинации – «Цветущий балкон» и «Цветущий двор». Мы уже были по нескольким адресам. Это, знаете, такое маленькое приятное путешествие в мир эстетики и красоты, которые создают наши жители. Заявки мы будем отсматривать до 25 августа. Далее у нас до 1 сентября идет подведение итогов и награждение победителей. Награждение пройдет в начале сентября. Победители ждут ценные подарки.